Все. На каком спектакле вы были? Я был в Большом театре на балете «Лебединое озеро». Как вы выбрали этот спектакль? Мне друзья предложили сходить. Я, конечно же, согласился, потому что, ну, как же можно отказаться от похода на «Лебединое озеро»? Это же как бы русская классика. Как ваше впечатление о балете? Замечательно. Нет, мне понравилось очень, серьезно, так. Берет за душу. Вы бы посоветовали спектакль своим друзьям и знакомым? Да, конечно, я бы посоветовал своим друзьям и знакомым этот балет. Не спектакль, это балет. Спасибо вам большое.